Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Прекрасная новость. На этой неделе наступает долгожданная весна. Астрологи обещают, что первые дни марта будут яркими и насыщенными. А теперь расскажем подробнее о прогнозе для всех знаков зодиака с 27 февраля по 5 марта. Начало марта готовит Овнам массу грандиозных дел. 2 числа бразды правления возьмет планета удачи Юпитер. Многих ожидают успех и признание коллег и руководства. Важно, чтобы Овны проявили себя как уверенные и трудолюбивые личности. У Тельцов период с 27 февраля по 3 марта пройдет под благотворным воздействием Меркурия. Эта планета призывает больше времени проводить на свежем воздухе. Даже небольшие прогулки по городу пойдут вам на пользу. Влияние Солнца на близнецов на этой неделе предсказывает реализацию давних и оригинальных идей, которые приблизят к карьерному росту и помогут уладить ситуацию с деньгами. В первые дни марта на раков сильное воздействие окажет решительный и трудолюбивый Марс. Стоит держаться за то место, где трудитесь на данный момент. Со 2 по 5 число ожидается много работы, но она так увлечет, что раки с радостью воплотят в жизнь самые смелые проекты. От начальства многие услышат слова благодарности и получат крупную премию, а от коллег – приятные комплименты. Звезды советуют львам: не разбрасывайтесь деньгами в этот период. Держать эмоции нужно под контролем и решать все вопросы корректно и мягко. В первый весенний месяц девам предстоит пожинать плоды прежних успехов, а также планировать новые дела. Предвидятся выгодные контракты, сделки и командировки. Благодаря упорному труду на счет упадет круглая сумма денег, и ваши финансовые дела наладятся. Начало весны обещает весам немало приятных сюрпризов и новостей. Планеты-покровители мотивируют вас к активным и масштабным действиям. Только не стоит бросаться в каждую авантюру. Эта неделя оправдает надежды скорпионов и даже более того, поспособствует достижению пока что недоступных высот. А еще прямо с первых чисел марта вас ожидают яркие знакомства и море романтики. У стрельцов этот период полностью оправдает старинную поговорку «что посеешь, то и пожнешь». Ваши профессиональные и материальные вложения наконец-то пойдут в рост и дадут такие богатые плоды, каких вы даже не ожидали. Звезды советуют минимизировать общение с людьми, которые значительно старше вас в период с 1 по 5 марта. Именно с такой категорией вам будет сложно найти общий язык и договориться. Первая неделя весны дарит козерогам самый благоприятный период. У вас на руках все козыри, вы уверены в себе, располагаете достаточными ресурсами, знаете, чего хотите и ясно видите свои цели. Так что смело воплощайте свои заветные мечты в реальность. Звезды рекомендуют водолеям, если захотите купить что-то из одежды, аксессуаров или украшений, последуйте порыву своей души. Цена не должна вас останавливать, ведь приобретенная вещь станет вашим талисманом и принесет удачу. Эта неделя для рыб заложит основы для будущих перемен и грандиозных планов. Верьте в свою звезду и будьте готовы к сюрпризам. И еще звезды советуют: созвонитесь с друзьями в выходные и предложите им встретиться. Помните, ваша судьба в ваших руках. Действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. Встречайте весну вместе с программой «12 созвездий» и будьте счастливы. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч!